Приставы Кировского района привели в исполнение решение суда о принудительном сносе здания на проспекте Акушинского, 96Ж. Ранее в ходе строительно-технической экспертизы было выявлено, что дом не соответствует ряду градостроительных норм. Данного объекта были отменены разрешительные документации. Впоследствии физическое лицо обратилось с иском о признании объекта самовольной постройкой и снести его. По решению суда данный объект признан самовольной постройкой и обязание снести его. Застройщик был множественно раз предупрежден о необходимости сноса объекта. Между тем, решение суда не было исполнено. Также накануне специалисты управления архитектуры и градостроительства Махачкалы совместно с прокуратурой демонтировали дом на улице Громова. Капитальное строение вплотную прилегало к забору СИЗО. Мэрия Махачкалы сообщает, что снос самостроев будет продолжен.